Национализм, какой-то вот, фанатизм очень сильный. Это, наверное, это какое-то, ну, я считаю, что это крайнее проявление чего-то, это пик. И если такие партии становятся более популярными, значит, что-то происходит не так, наверное. Вот. Лично мне это всегда, как бы, ну, я сторонюсь таких вещей, и любое нездоровое фанатство, оно так и поэтому и называется нездоровым фанатством. Это крайнее что-то там, крайнее туда, либо туда. Понятно, что нельзя быть на серединке, так и там, ни нашим, ни вашим, но должна присутствовать все-таки какая-то грань, которая не ведет к злу, очень активно проявляющемуся. И то, что там касаемо национальных идей, то, что сейчас показывают, опять же, про украинских правосектор, ну, это же очевидно, что либо это какая-то очень циничная, жесткая провокация, либо это на самом деле какие-то там, ну, нездоровые люди, с которыми нужно что-то делать и как-то их контролировать. Вот и все. Тоже касаемо и наших таких же партий, просто про них сейчас меньше говорят.